Друзья, привет! Мы продолжаем и заканчиваем, я думаю, обзор финской выставки 2019 года, дом номер 32. Последний, и, насколько мне известно, этот дом высоко оценили коллеги по цеху, скажем так. По крайней мере, я видел положительную реакцию на него в Инстаграме. Давайте изучим, что же за строение. Так, давайте начнем с внешнего вида. Дом у нас получается на пригорке. Мощная сделана, как типа подпорной стенки или нет, но склон отсыпан мощными камнями. Мы с вами поднимаемся выше и обозреваем все это великолепие. Цоколь почему-то не отделан. Почему, не знаю, можно было бы, мне кажется, его покрасить. Ну, как-то стыки сильно бросаются в глаза, хотя в целом, ну, цоколь, ничего страшного. Отмостка засыпана щебенкой. Надрывается музыка, простите, но здесь рядом сцена, я с этим сделать ничего не могу. И мы обошли дом вокруг, видим, что он имеет двускатную крышу. Фасад – это скандинавская крашеная доска, достаточно широкий профиль. Небольшие изящные углы, то есть не широкий профиль доски на углах. Серая водосточка. Отмостка широкая, шире, чем, например, делаем мы. Аккуратный газон. Это, судя по всему, котельная. Ну да, тут склад всяких вещей, связанных с выставкой. А с этой стороны навес для автомобилей. Смотрите, мы уже видели такое решение на одном из домов на выставке. Широкая, темная, там, черная, серая доска темного цвета соседствует с более узкой доской такого более приятного серого коричневого оттенка. И с этой стороны, так, рассматриваем террасу. Тоже она вся обшита вот такой вот более светлой доской. Ну, вот этот ракурс мне вообще очень даже нравится. То есть дом выглядит прям-таки прикольно. Получается, что мы сейчас в конце подъездной дорожки. Человек, владелец дома, будет заезжать на своем автомобиле вот сюда. Здесь у него есть карман для парковки одной машины. Я сейчас в нем стою. Даже двух машин, наверное, да. И навес. Навес, пристроенный к дому. Это неплохо. Терраса. Ну, вот, собственно, вход в дом. Просто я с другой стороны обошел, чтобы вам внешний вид показать. Подшивка у потолка террасы выполнена темной доской. Причем такая, видите, ступенька любопытная, не вполне обычно, да, выглядит этот свес. То есть не по стропилам, а вот как-то вот так вот. Ну, там сейчас с экспозиции возникла загвоздка, но я думаю, что вы рассмотрели. Соответственно, дальше мы продвинемся, посмотрим внешний вид. Такая клумба поднята вверх, бордюр. Панорамное остекление в зоне гостиной. Летняя, ну, так сказать, не знаю, кухня, терраса. Навеса нет, но есть крутой зонтик. И давайте завершим уже круг вокруг дома, чтобы полностью вам его показать. Вот так вот он выглядит. Красивый дом, честно говоря. Особенно с этой стороны. Вот с той стороны мрачноват, да, там. Ну, та сторона, она для соседей, еще для кого-то. А весь участок и вся территория дома, она по эту сторону. Ну, вот, вот он. Еще хочу отметить, что прикольно сделано место для мусорных баков. На самом деле, вроде ничего особенного, но как это выглядит чаще всего в наших домовладениях? Ну, никак это не благоустроено, стоит просто бак и стоит. А здесь соорудили домик на сваях. Почему бы и нет, выглядит красиво. Мы же с вами давайте продвигаться внутрь дома и рассматривать его интерьер, который, я надеюсь, не менее интересен, чем экстерьер. Но прежде чем дойдем, обратите внимание на крышу. Во-первых, кликфальц, или, ну, скорее всего, это защелка. А вот это вот справа, это солнечные панели. Солнечных панелей в Финляндии довольно много. Насколько это все эффективно в нашем климате и с нашим количеством солнца, я не знаю. Ну, вот так вам пытаюсь показать. И существует возможность излишки энергии продавать компании с бытовой. То есть то, что дом вырабатывает и не потребляет сам, продается, условно говоря, другим потребителям. Но насколько все это эффективно и в долгой перспективе, в долгосрочной, оправдывает себя или нет, я вам сказать не могу. Ну, пойдемте внутрь. Все хотят зайти, посмотреть, желающих много. Продвигаться будем медленно, попутно обращать внимание на различные детали. И вот зона, где стоит стол, зонтик. Видите, деревянная терраса, да, тут ступеньки вниз, широкие. И там мощение плиткой, ну, выглядит вполне приятно. Барбекю стоит в уголке. На стене светильник.
довольно-таки тоже стильный. Может быть, кого-то заинтересует. Он сейчас включен. Конечно, при свете дня сложно оценить, как светит. Но видно, что вверх и вниз. И видно, что это довольно красиво должно быть в темное время суток. Водосточка реализована вот так вот. Классическим образом в плане дождеприемника. Давайте я вот тут еще обойду, раз уж можно до сюда дойти. Флагшток большой стоит. Не знаю, зачем нужен. Зарядная станция для газонокосильщика. Стоит, заряжается, потом поедет ухаживать за газоном. Вот крупным планом отмостка и цоколь. Ну и обшивка с этой стороны просто темная. Причем интересно, что какой-то сделан нащельник, видимо, вот тут, чтобы избежать стыков доски, вероятно, да? Она... Ну, хотя длина-то здесь минимальная, и это может быть вполне цельная доска. Не знаю, зачем такая накладка сделана. Элемент дизайна, возможно. Ну, как есть. Деревянные клумбы, кресло-качалка у входа, маленький столик. Ну, пойдемте, что там внутри. Входная группа. Дверь со стеклением горизонтальным, многочисленным, и сбоку дополнительная вставка тоже из стекла. Здесь нет наличников, как видите, только внешние деревянные откосы. Деревянные откосы серого цвета. Ну, у дома два цвета, и они используются, вот, например, на откосах серый, да, стена такая. Также сделан откосы входной двери. В доме галдеж, куча людей, но что ж, ладно. Мы зашли внутрь, и вот тут такая зона, типа как прихожая, наверное, не знаю, с правильной ли вообще стороны мы попадаем в дом, или, может быть, это не основной вход, мы об этом разберемся с вами дальше. Ну, тут стоит шкаф-купе по одной стороне, с другой стороны столик. Столик или скамейка, скорее даже. Что-то я заговариваюсь. Налево проход в зону гостиной. Видите, большие окна, светлое помещение, светлые стены, светлые потолки. Потолок простой, прямой, никакой не сводчатый. С этой стороны такая вот стойка с цветами. Возможно, появится здесь телевизор. Часто мы их упоминаем, эти телевизоры, в наших обзорах. Кресло-качалка. Интересное зеркало такое, смотрите. Как шпроцы на окне, так и на зеркале. Подобная штука. Обеденный стол. Светлый такой получается. Светлая зона. Столовый. Обеденная зона. Вообще, то, что я называю этой самой обеденной зоной, не уверен, что этот термин существует где-либо, но вы понимаете, о чем я. Это самое главное. Так выглядит эта часть. И здесь все застелено, естественно, от посетителей каким-то реголитом. Видно, что ковер еще лежит на полу. Ну, неплохо, неплохо. С этой стороны зона кухни. Зона кухни такая, знаете, тоже не совсем обычная. Во-первых, стоит холодильник с морозилкой слева, дальше угловая кухня. И остров стоит, ну, он не стационарный, он на колесиках, то есть его можно двигать. Он сейчас вот так вот установлен, что, в общем, тоже довольно неплохо. Полки, шкафы, плита, духовка, раковина. Ну, с этим все понятно. Двигаемся дальше, смотрим, что там внутри дома. Вот это мы уже видели от входа, если это вход, я до конца все еще не разобрался. Так, ползем по коридору. Коридор имеет место. Не в каждом финском доме есть коридор, но вот в этом и есть. То есть у нас гостиная сбоку, все остальные жилые комнаты расположились в другой части. Интересная инсталляция за унитазом. Там такие сосуды с водой, и там всякие вставленные листья, невянущие. Растений. Это любопытно. Следующая комната по левую руку детская. Красивое окно в пол. Светлая такая комната с высоким потолком. Ну, тут детская кровать. Детские игрушки. Детская же мебель на полу. Давайте так еще покажу, да? По левую руку шкаф-купе для хранения вещей. Снова он встроенный. Не загромождает никак пространство. А это спальня, двуспальная кровать. Написано, что 11 квадратных метров это помещение. То есть размер у него вполне себе скромный. Белый потолок, темно-синие стены.
красивая кровать. Смотрится все это еще хорошо, благодаря тому, что уже интерьер обустроен. Видите, есть постельное белье, подушечки, покрывало, светильники, занавески. Ну, короче, круто. И дальше упираемся в стену. Слева еще одна жилая комната. Тоже красивое окно. Темный светильник. Белые потолки. Комбинация светлых и темных стен. Спальное место. Место, ну, для отдыха, для чтения. Ходики на стене, часы с маятником. Вот, кстати, есть ночная фотография дома. Вечерняя, ночная. Давайте попробуем. Все, конечно, отражается, но вот и видно, как светильники должны работать. Площадь этой комнаты, которую я только что вам показывал, 10 квадратных метров. Ну, возможно, вы это прочитали на табличке. Дальше мы попадаем в хозяйственную комнату. Она еще явно не доделана. Я не вижу здесь ни стиральной машины, ни сушильной машины. Но там вот место под них осталось явно. А налево душевая. Туалет. Ну, понятное дело, раковина. Там какой-то зеркальный шкафчик. Да. 4 квадратных метра эта зона. И с другой стороны, за стеклом, снова красивая сауна, друзья. Очень приятно выглядящая. 3,2 квадратных метра сауна. Сразу же от входной двери, от входа в сауну ступеньки можно подняться наверх. Давайте заглянем внутрь, посмотрим на каменку. Тоже очень она эффектно выглядит, на мой взгляд. Встроена прямо в полку, да, рядом стоит ведерко, откуда можно черпать воду. Подголовник деревянный, сверху градусник, деревянная отделка, деревянный потолок, окно. Да, красивая сауна, ну, как обычно, тут, в общем, ничего удивительного. Сауна должна быть красива. Мы выходим на крыльцо оттуда, откуда мы заходили. То есть все-таки очевидно, что основной вход в дом там. И зона прихожей, на мой взгляд, немного странная. Насколько это удобно, ну, бог его знает, не знаю. Судите сами. В любом случае, дом вполне достойный, я так считаю. Давайте еще раз пройдемся вокруг. Заглянем в зону для парковки автомобиля. Покажу вам еще раз ее, наверное. Как-то нравится мне сочетание такого темного потолка с подсветкой. Но на темном потолке, кстати, кое-что не нравится. Например, видите, давайте вверх посмотрим дружно. Вот он темный весь такой, да, а там обрешетка, она не покрашена. А почему? Ну, потому что нет. С этой стороны, вероятно, вход в котельную. Ну, она, скорее всего, закрыта. И ломиться туда мы не станем. Вот дом номер 32. Ну, эти штуки, то, что у стены стоят, это что-то временное, связанное с выставкой. Наверное, еще вот в том ящике на углу дома прячется какой-нибудь кондиционер или типа того. Я точно не знаю. Но выглядит это лучше, чем белый ящик с вентилятором. Вот это я вам точно могу сказать. Это факт. Стильный, симпатичный дом. Сейчас дойдем еще до таблички с ним и посмотрим, сколько он стоит. И какая там точная общая площадь. Я, по-моему, это не показал. Да, я это не показал, потому что я ушел куда-то наверх. Ну, хорошо. И также вот, смотрите, крупным планом склон, большие камни. Деревья здесь только-только посадили. Они, конечно же, отрастут. Еще все это увеличится. Будет здорово. Большие окна. Да, они не симметричные, но я думаю, фасад дома это не портит. И смотрим. 4 комнаты, 103 квадратных метра, 296 800. Ну, для Финляндии, опять же, вполне недорого, язык сказать, не поворачивается, но... Ну, в общем, да, как-то так. Друзья, спасибо за просмотр моей серии роликов про финскую выставку. Я думаю, что это был последний дом. И силы покинули меня, да и хватит. Хватит сюжетов. Надеюсь, что кого-то вдохновило это на великие дела, на стройку собственного дома или на отделку. Все-таки кое-что красивое, приятное и понятное здесь было. Но было и много непонятного. Некрасивого, честно говоря, тоже хватало. Но это настоящие финские дома, все как есть.
Спасибо за просмотр, спасибо за ваши оценки, такие за комментарии и вопросы. Мы с вами увидимся в наших обычных сюжетах про наши стройки в России. Всем пока. А это, друзья, не относится ни к одному из домов, но это курятник. Конкретный курятник, нарядный. Вообще стильный, просто курятник на стиле. Кстати, вот выглядит вообще прикольно. Знаете, я небольшой любитель домашней живности, птиц. Но это выглядит нарядно, красиво и здорово. Вот такую штуку можно и поставить где-то у себя на участке. Не знаю, предполагается ли какая-то общая крыша. Я думаю, что тут просто как временное сооружение, навес, шатер над обитателями. А вообще в обычной жизни пошел дождь, они спрятались в домик. Нет дождя, они носятся вот тут вот, кормушки. Блин, круто. Вот в таком формате уже смотришь и вроде... Не то чтобы хочется завести кур, но а чё бы и нет.